Торговые, социальные и культурные учреждения города активно включились в творческий процесс по созданию праздничной атмосферы. На территории округа проходит ежегодный конкурс на самое оригинальное оформление предприятий и организации потребительского рынка. Заявки принимались до 26 ноября. Сейчас конкурсная комиссия обходит все заявившиеся объекты и выставляет баллы. У нас всего заявилось 38 предприятий. На сегодняшний день мы прошли 14, обследовали 14 предприятий. То есть еще меньше половины и ожидаем какие-то удивительные моменты, которые мы еще не видели. Но и те предприятия, которые мы посетили, они, в общем-то, нас приятно порадовали. Участникам конкурса предлагалось проявить фантазию и украсить к Новому году окна, витрины, входные группы, фасады и прилегающую территорию. В этом году организаторы делают акцент на украшение входных групп. Награждение участников состоится 16 декабря. Как был Новый год, праздник для всех, для взрослых, для детей, он остается таким праздником. Хотя еще не чувствуется такого новогоднего настроения, но я думаю, что до Нового года будет у нас в городе еще краше, будет еще интереснее. На 18 декабря в ДК «Энергетик» запланирована специализированная ярмарка «Новогодний базар». Посетители смогут купить все к праздничному столу, а также новогодние украшения и подарки. Наталья Хмелева, Роман Буйнов. Местное время.